Сотрудники Федеральной службы безопасности обезвредили террористов. Молодые люди, граждане Республик Северного Кавказа, планировали взорвать склад химоружия в Марадыково. Сегодня следователи, сотрудники Федеральной службы безопасности рассказали, информацию о готовящемся теракте получили еще в сентябре. Тогда же была установлена слежка за домом в Котельниче, где проживали террористы. В материалах дела уточняется, в Кировскую область молодые люди приехали из Москвы, чтобы изготовить загранпаспорта для поездки в Сирию, в один из лагерей по подготовке бандитов. Для чего прибывшие решили взорвать склад химоружия, сейчас выясняется. Но если бы это произошло, погибнуть могли сотни человек. Поскольку мощность взрыва могла достигать 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, что примерно в три раза сильнее, чем взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году. В ходе обыска была изъята литература экстремистской направленности, электронные носители, ноутбуки, компьютеры со схемами изготовления самодельных взрывных устройств, компонентов. Также был изъят детонатор, который планировался к использованию в данном взрывном устройстве.